трем таллинским больницам и клинике Тартусского университета, где медики бастовали всю минувшую неделю, с сегодняшнего дня присоединились работники Пернусской, Куросаарской, Вильяндиской и Нарвской больниц. Так что люди в белых халатах практически по всей Эстонии проявили профессиональную солидарность. При этом повышенного наплыва пациентов, обращающихся за оказанием скорой помощи, не наблюдается. Это подтвердили как в крупнейшей североэстонской региональной больнице, так и в присоединившейся только сегодня к забастовке медиков Нарвской больнице. На сегодняшний день в больнице были отменены приемы 16 врачей-специалистов и также сестры, которые принимают с врачами. Специалистами тоже бастуют. К врачам-специалистам бастующим присоединились также кабинет функциональной диагностики, процедурный кабинет поликлинической службы, и не проводится маммография, то есть это обследование грудных желез женщинам. Если пациенты, которые недовольны, но таких пациентов не было, все были в пятницу предупреждены, кто хотел попасть на прием сегодня, 8 числа, и сегодня уже предупреждают тех пациентов, которые записаны на завтра, и завтра, соответственно, будут предупреждены пациенты, которые хотят попасть на амбулаторный прием у врачей 10 числа. Руководство некоторых частных клиник уже изъявило готовность стать штрейхбрехерами и принимать пациентов. Правда, неизвестно, пойдут ли на это врачи, работающие параллельно и в государственных, и в частных больницах и поликлиниках. На прошлой неделе в самой крупной североэстонской региональной больнице было отменено 3075 визитов к врачу. В Ида-Таллинской и того больше – 4694. Забастовкой охвачены большинство хирургических специальностей. На этой неделе будут откладываться плановые операции, не сопряженные с угрозой для жизни. Сейчас об этом извещают пациентов. Если в клинике Тартусского университета ежедневно проводят 65 операций, то половину из них планируется отменить. Требования медицинских работников остаются прежними – повышение заработной платы и упорядочение нагрузки врачей и медицинского персонала. Речь идет не только о забастовке врачей, хотя большая тяжесть ложится на наши плечи. Бастуют и другие работники, кроме санитаров. У них уж очень маленькая зарплата, и врачи и медсестры не вправе требовать, чтобы они ее теряли еще и в ходе забастовки. Вопрос повышения зарплаты стоит отнюдь не первым. Мы хотим добиться внятных правил ограничения нагрузки для врачей, для медсестер, для наиболее эффективного лечения больных. Сегодня же, ближе к вечеру, начался очередной раунд переговоров между Союзом врачей, Профессиональным союзом медицинских работников и Союзом больниц. Министерство социальных дел вняло предложению Союза больниц. Они ссылались на то, что без участия государства никаких договоренностей не достигнуть, и прислало на переговоры вице-канцлера Иви Нормет. Если взаимопонимание по поводу коллективного договора не будет достигнуто, врачи грозят пустить забастовку по пути финских медиков, когда в 2001 году финские медики поочередно бастовали больницами, отделениями и регионами. Так что пациентам, в случае, если переговоры ничем не закончатся, придется готовиться к затяжному ожиданию врачебного приема. При этом службы экстренной медицины, прием онкологических больных, беременных женщин и детей будут осуществляться, как и прежде, в плановом порядке. Наталья Малюс, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.